Продолжаем движение. Девятая серия маршрута Москва, Крым. Следующая серия будет окончательной, финишной. Значит, движение по серпантину. Пройдем через города Алушта. По краю города, не заезжая в центр. Затем Виноградная, Малый Маяк, Кипарисная, Пушкино, Нижняя Запрудная, Партенит. Краснокаменка, Гурзуф, Даниловка, Никита, Восход, Массандра, Виноградная, Леванда, Левадия, Курпаты, ну это по окраине. Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Алупка, Коцевели, Понизовка, Береговое. По окраине пройдем Форос. И направление, значит, в сторону Севастополя. Так, участок в этой серии. Впереди опасный поворот. Ограничение 44 километра. Средняя скорость 48,5 километров. Время в пути 3 часа 2 минуты. Впереди опасный поворот. Ограничение 30. Дорога проходит по побережью. Вдоль берега, по берегу вдоль Черного моря. Местами, там, где позволит дорога, буду останавливаться и снимать короткие, ну, такие вставки о ландшафте. К сожалению, мест для нормальной остановки, для нормального отдыха, чтобы можно было припарковать автомобиль или отдохнуть, на трассе очень мало. Поэтому исходил из того, где можно было автомобиль приостановить, ну, припарковать, чтобы не мешать движению других автомобилей. Но в основном дорога проходит по серпантину. Солнце то в лицо, то в бок, то в спину, поэтому и картинка временами как бы засвечена. Съемка ведется на видеорегистратор DataCam 6 Max. Но об этом немножко чуть позже. Ввиду того, что на трассе очень мало мест, ну, движения грузового транспорта я тут не видел. По-моему, вообще нету, чтобы фуры ходили. Если ходят, то их очень мало и практически вот на дороге вдоль берега я их не видел. По этой причине и нет больших стоянок, чтобы можно было остановиться на ночь, отдохнуть. Ну, расстояние между городами маленькое. Наверное, еще этим объясняется. Но, тем не менее, думаю, не помешало бы, если бы на трассе было побольше
таких небольших пятачков, где можно было бы остановиться, отдохнуть. Движение по серпантину сложное, поэтому водители под напряжением таким находятся. И я думаю, что было бы гораздо интереснее для путешественников остановиться где-то, отдохнуть, сделать запоминающиеся вот фотографии или видео. Полотно дороги тоже разное, местами удовлетворительное, местами чуть похуже, но двигаться можно. Аккуратно, осторожно можно двигаться. Съемка ведется на два видеорегистратора. Я пока не знаю, что делать со вторым видеорегистратором. Но, по всей вероятности, съемку из окна, из заднего окна я буду размещать на втором аккаунте видеодорог 2. Там же размещу без ускорения весь маршрут от Москвы до Крыма. Впереди опасный поворот. Небольшими, ограничение 30. Небольшими сериями, ну, по часу примерно. Сколько будет серий, пока затрудняюсь сказать. Ну, далее я отвечу на некоторые сообщения, на некоторые комментарии, которые поступили к этому времени. Ну и по ходу движения, ну, дорогу что комментировать, вы сами прекрасно видите, как серпантин можно комментировать. Крутые повороты местами на 180 градусов. Так что перехожу пока к комментариям. Ну, на многие комментарии я ответил письменно. Некоторые сейчас прочитаю. Так, Логин Александр VII пишет: по поводу съемки из окна поезда Крымского моста могу сказать, что скорее всего это сделает ЛБ, линейная бригада, наверное, из окна электровозом. Вид будет шикарный. Ему отвечает Сергей Трошин: первое время возьмут на контроль, нас уже шерстят за съемку из кабины вплоть до увольнения, а тут такой объезд. Думаю, видео появится через год или два после пуска первых поездов. Александр VII отвечает ему: Сергей, могут и пассажиры снять, например, из последнего тамбура хвостового вагона вид сзади. То, что шерстят, я знаю не понаслышке, сам машинистом работаю. Сергей Васютин, это Логин и все. Съемка из окна вагонов поезда в движении никем не запрещена. Ну, насчет съемки из окна, из то, что запрещает, ну, это, вы знаете, напоминает мне, наверное, я не жил тогда, в 37-м году, но вот те времена. Нет более ничего глупого, чем запрещать. Для чего? Шпионов, что ли, они пытаются таким образом как-то оградить? Шпионы и без этого снимут. Да, что он, спутники летают, там снимают с таким разрешением, что можно разглядеть, я не знаю, там, спичный коробок или монету на земле. Чепуха полнейшая, я так думаю. Поэтому съемки будут, и съемок будет очень много, потому что красота – это проехать по мосту, и потом вдоль побережья, ну, на Черном море, я думаю, желающих будет очень много. Тем более, если поезда будут прямые, там, до Ялты, там, до Алушты и так далее, и так далее, и так далее. Так, Александр VII
пишет по поводу Якутии. Мне кажется, скорее построят А-330 от Ускута до Ленска, чем мост от Якутска до Нижнего без стиха. Я ответил, что уже лет 30 разрабатываются проекты по воздуху построить или под руслом Лены, что трижды писал уже, вот в этот раз, четвертый раз задал вопрос президенту, но ни ответа, ни привета. Просто, откровенно говоря, жалко вот жителей аборигенов Якутска. Когда с ними разговаривал, у них вот такие вот просто как проскальзывают как бы выражения: «Поедем на материк». То есть из Якутска через Лену на трассу Лена. Вот. Ну, это, я думаю, очень неправильно. Так, Николай Дембицкий написал: «Спасибо, очень ждал видео про мост. И вам спасибо за то, что смотрите». Сергей Трошин написал, это логин я все называю: «Спасибо за комплимент нашему мосту через Аку. А почему нет видео?» Сергей из Мурома. Во-первых, есть такое видео. Я проезжал, снимал. На самом деле, вот мост впечатляет. Красивый, остался в памяти. Я не знаю, смогу я найти это видео или нет, но в архиве, возможно, на аккаунте и нет, пока не буду утверждать, но я помню, что снимал, и по всей вероятности у меня... Впереди город, ограничение 60. У меня в архиве такое видео имеется. На самом деле мост очень красивый, я вот уже говорил, что... Вот три моста, которые наиболее остались в памяти. Я не имею в виду там вот в Санкт-Петербурге разводной мост, там вот эти. Нет, а вот именно такие стационарные, это от Владивостока к острову Русский. Вот этот Муромский мост и мост через пролив. Вот это мост Крым. Так. Алекс Титан пишет: «За объездную Омска лайк». Я ответил, что это касается маршрута Москва-Красноярск. Будет там в этом видео Москва-Красноярск, еще будет объездная, северный обход Новосибирска. Тоже, если двигаетесь дальше Новосиба, то лучше всего Новосибирск обходить вот по северному обходу. И сразу выходите на участок на Кемерово. Так, логин ядро. Вот у меня такое сомнение. Такое впечатление, что с большого бодуна человек написал. Ну, попытаюсь прочитать. Вы говорили, видеонаблюдение на дорогах присутствует. Присутствует за мной видеонаблюдение. Мой родной братец смотрит из своей квартиры за мной, как я себя веду. Это как водители на трассах. Это как водители на трассах себя ведут. Смотрю я ваш ролик, мой брат по этой камере со мной разговаривал, и я в наушниках не услышал. Можно вопрос не по теме. А если в вашу квартиру камеру установят ваши родственники за вами наблюдать, что бы вы с ними сделали? Я вам просто жалуюсь на такое. Ну, не знаю, вот честно говоря, трудно мне что-либо говорить. Но, во-первых, не санкционированная установка камер наблюдения за личной жизнью – это отдельная статья Уголовного кодекса. А то, что вот ведется видеонаблюдение на дорогах, на трассах – это разрешено законом, это не запрещено.
По многим причинам я даже это поддерживаю, что сейчас, например, в Москве очень много установлено камер на улицах, где ведется сплошное видеонаблюдение. Так что я вот, честно говоря, вот ядро, я не понял, в чем смысл, какая цель была этого послания. Сергей Васютин, логин, написал: «У меня Татакам G8 Max уже 7 лет. Первый месяц провалилась внутрь платка с кнопками. Обратился по гарантии, заменили целиком весь гаджет, без каких-либо проволочек. С тех пор служит верой и правдой. Правда, сейчас настала пора заменить аккумулятор». Сергей Васютин, я очень высокого мнения о видеорегистраторах компании Datacam. Я уже об этом говорил в других видео. Ну, мне не повезло, откровенно говоря, то, что вышел из строя вот этот GPS-приемник сначала, ну а потом вот проблемы с этим слотом. Но и тоже приехал в техподдержку, там без проблем, без лишних разговоров, просто спросили, узнали, в чем причина. Тут же поменяли материнскую плату и аккумулятор. То есть у меня очень хорошее мнение об этой компании, о том, как ребята встречают там, ну, душевные ребята. Я очень, скажем так, рад, что вот эта компания так относится к своим клиентам. Ну, а то, что вот у меня возникли проблемы, ну, железо есть железо. Главное, что видео, которое было заснято, оно никуда не делось, оно сохранилось на картах памяти, и мне удалось все это вот перенести на внешний жесткий диск. Конечно, был шок у меня после первого дня пробега, 770 километров проехал, и вдруг ноутбук не видит видеорегистратор. Это было для меня первый момент, вот аж холодным потом покрылся. Сергей Васютин также написал, что я сетовал, что в дороге испытывал затруднения со скачиванием видео с регистратора на внешний жесткий диск. Одна из возможных причин того, что регистратор не опознается ноутбуком как внешний диск, может стать USB кабель. Я беру с собой не один кабель, со мной там целая куча кабелей, и мини, и микроразъемы, и целые пучки кабелей я с собой вожу. Я просто нашел потом, в чем причина была, поэтому я письменно ответил. Вот в комментарии можете почитать. Так, Сергей Васютин, логин. Спасибо, посмотрел с интересом, однако не обнаружил на втором аккаунте неускоренной версии. Позволю себе несколько замечаний. Я бы все-таки до старта хорошенько настроил офлайн-навигатор по нескольким промежуточным точкам. Ну, я уже тоже на этот вопрос отвечал, что, да, я и письменно Впереди ответил, опасный перекресток. Ограничение 60. что приложение смартфона Яндекс у меня был настроен, я исключил функцию проезда Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. по платным дорогам. Меня сразу смартфон потащил на МКАД, но МКАД был забит пробками, поэтому я проигнорировал подсказку и решил уйти на бесплатную дорогу, на государеву дорогу с трассы Дон. Критические замечания принимаю, то, что слишком громко орал этот датакам, это моя вина в моих настройках. Принимают также критику того, что это аудио накладывается с датакама на второй комментарий.
Просто у меня не было времени, оставалось как можно быстрее. Ну, люди собираются в дальнюю поездку, вот в Крым, например, и им нужна срочная информация о дороге, там, о инфраструктуре и так далее. Я полагал, что они отключат звук и смогут вот просто видеокартинку посмотреть. Интересные места, координаты можно записать. А вот в отношении того, что бестолково организована информация на трассе Дон, я от этих своих слов не отказываюсь, потому что вот проехав Краснодар, вы можете увидеть, как там организована информация по движению по платной дороге и по бесплатной. Прямо на трассе стоит это две стрелки, зеленая вправо, синяя влево, и уже понятно, куда что ехать. А вот на основных трассах Дон, там нужно смотреть на эти щиты, присматриваться. Сделано бестолково. А вот если бы они еще участки трассы двумя цветами как обозначили, что зеленая – это платная дорога, синяя – это федеральная трасса, государева дорога, было бы гораздо понятнее, интереснее. А ехать в движении, присматриваться к щитам, как объехать. Плюс ко всему, первая попытка съехать была неудачной, потому что съезд был перекрыт дорожно-строительными рабочими. Так, значит, на неускоренной версии в ближайшие дни я начну размещать на втором аккаунте без ускорения. Но тут я хочу заранее предупредить, что даже вот стояние в пробке я вырезать не буду. Вот как есть, один к одному. Все это будет 5 с лишним часов, это примерно 5 или 6 серий, практически только аудио. Разговоры дальнобойщиков в эфире. Я думаю, было бы полезно послушать руководителям, правительству нашему, что о них, об их работе, вообще про них думают люди, вот дальнобойщики в эфире. Конечно, там мат-перемат. Вот поэтому предупреждение будет стоять 18+, строго, с предупреждением, с таким. Но ни одного сантиметра видео я оттуда удалять не буду. У кого хватит терпения посмотреть все эти 5 серий, не знаю. Но думаю, кому-то будет интересно. И на Сергею Васильевну добавляю в дополнение уже к сказанному. На терминалах оплаты стоят, где можно проехать вот с этими карточками и где можно платить за наличный расчет. Написано «наличный расчет», подъезжаешь, а там на бумажке, на окне написано по пластиковым картам. Вот и все. И вот приходилось мне, и это раз, а во-вторых, никого в будке не было. Поэтому я вот выезжал задом, матерился, конечно. Ну, транспортер я не проезжаю сразу, там сразу издалека видно. А вот сделали оплата наличными, но принимают только это, пластиковые карты. Так, Сергей Васютин написал так, что интересно было проехать с вами по государевым дорогам, на которые меня пока еще не заносило. Немного взглянуть на города. Дороги оказались лучше, чем я предполагал. Жалко только, что столько времени потратили на запись комментариев. Все, ну это вот про это критика, то, что у меня вот со звуком там не совсем было в порядке. У меня был, ну, скажем, давно, лет, наверное, 6 или 7, может быть, 8 тому назад, когда я ехал на юг и двинулся, съехал с платного участка в объезд на государеву дорогу. Проехал примерно километра 4-5, был вынужден развернуться
и вернуться на платную дорогу, потому что дорога была жутко разбита, совершенно разбита, там ухаб на ухабе, ямы, колдобины, очень узкая дорога была, встречная машина, уже темнело, слепили. Вот. А вот поездка в этот раз, я специально проехал по небольшому участку государевой дороги, и вы можете оценить, что дорога вполне в приличном состоянии, можно двигаться без опаски. Логин Алекс Рожков написал, а без навигатора слабо ориентироваться? Да, слабо. Слабо, потому что вот к этим разным примочкам, гаджетам очень привыкаешь. Например, вот выходишь без телефона в кармане, чувствуешь себя вот не совсем комфортно, не совсем уютно. Или без часов. Эти вещи, настолько к ним привыкаешь, что без них просто не мыслишь свое это существование. Так, Главрыбович написал логин. Зачем нужен навигатор? До Ростова по прямой, Тимашевск тоже по навигатору проезжаете и стоите в пробке. Ну, я говорю, что я вот уже привык к навигатору, к этим гаджетам, и мне трудно от них отказаться. Хотя, откровенно говоря, я по многим трассам, у меня навигатор как так, шумовой фон, потому что практически я на него не смотрю, потому что трассы знаю, и, ну, на всякий случай они у меня болтаются. Так, Путник 81. Я также обращаюсь ко всем, вот прошу обратить внимание на архив логин Путник 81. Там очень много видео по Дальнему Востоку. Видео полные. Так что, кому интересно посмотреть на Россию из окна автомобиля, то вот ресурс Путника 81 к вашим услугам. Путник 81 пишет, с большим интересом посмотрел эту серию. Бывал в таких местах в 2011-2015 году. Тут ссылки есть. Хотя серпантин таким и остался, как раньше был, только немного подлатали дорогу. Раньше еще хуже было. Жаль, что не остановились в Малореченке. Но Малореченский на въезде, где храм стоит, где храм маяк. Ну, да, я вот, к сожалению, у меня вот такие условия, что если бы ехать и смотреть все вот эти места примечательные, замечательные, ну, надо было бы гораздо больше времени, а у меня лимит по времени, я ограничен по времени. Или вот Куликово поле. Многие об этом слышали, многие знают об этом, а где он находится. Вот, ну, я вот увидел, например, впервые, когда ехал по государевой дороге в объезд платной. Вот, проезжал через Куликово поле. Ну, там музей-заповедник, так что как-то вот так, да. Ну, а серпантин, что в Сочи, что в Крыму, он настолько отличается от перевала через Уральские горы или от серпантина от Иркутска до Улан-Удэ, что вот Впереди мобильный пост ДПС перевал через контрольной разметки. Уральские горы можно Ограничение 90. назвать прямой дорогой. Настолько крутые повороты на этом серпантине.
Сергей Васютин. Эх, было же золотое время. В 70-х годах на дорогах все друг другу помогали, никто никогда никого не опасался. Даже к гаишнику можно было спокойно подойти, обратиться за помощью или советом. На ночлег вставали, где захотели. Да, было золотое время, но, к сожалению, да, ностальгия. Алексей Рожков, Алекс Рожков-Логин. Крым был всесоюзной здравницей и за годы властвования Украины пребывал в запущенном и запущении, и бандеровские власти готовились продать его Соединенным Штатам. Да, натворили, конечно. Ну, слава Богу, Крым остался непроданный. Кстати, Алекс Рожков, вы имеете в виду, что вот в пользователях у меня здесь есть паблики Морозовы, или как их еще можно назвать, я пока не знаю, вот, что они сообщают, ну, я их называю «юный друг СБУ». Они сообщают, что вот такие люди там посещают Крым, не знаю для чего. Вот, наверное, напугать хотят. Ну, я напугался, я уже из дома не выхожу, боюсь. Вот, так что просто имейте в виду, не все однозначные пользователи этого ресурса. Так, Сергей Васютин, Логин, спасибо за очередную часть вашего путешествия. Мне показалось, что к концу ездового дня, примерно за час-полтора до остановки на ночлег, у вас немного возрастает скорость движения на свободных участках, что видно под Атакаму. Чем вы это объясняете? По идее, должно быть наоборот. Пока голова свежая и глаз не замылен, можно и поднажать. А чем больше прошел, тем спокойнее ехать. Вот в этом одна из особенностей. Я вот прекрасно знаю, что если я начинаю, ну вот, как вы говорите, гнать, впереди это говорит от это организм мне подсказывает, что ты устал, тебе нужно где-то уже остановиться на привал, на отдых, на ночевку. Это первый признак того, что я устал. И уже начинаю подыскивать места, где бы остановиться, ну, отдохнуть там, на ночевку, на привал. То есть это один из признаков для себя. Для себя я сделал, что если начинаю там вот превышать скорость, то все, дружище, ищи место для привала, для остановки. А так стараюсь ехать медленно, чтобы меньше было вибрации на видеорегистратор, чтобы картинка передавалась качественно, ну и смотреть можно было с удовольствием. Насчет совмещения карты с картинкой. Можно на плеере Datacam совместить картинку с видео, но времени от этого потребуется даже больше, чем вот при существующей технологии. Отдельно снимать видео с картинкой, потом накладывать аудиокомментарий, ну и так далее. Так. Сергей Васютин спрашивает вопрос, как лучше ехать от Краснодара через Славянск на Кубани или через Крымск. Я предпочитаю через Крымск, потому что и дорога лучше, там значительные участки еще не платные, но ведутся работы, а вообще-то будет участок платный, по две полосы в каждую сторону. А вот через Славянск на Кубани, Кемрюк, там дорога по одной полосе в каждую сторону, без отбойников, и полотно дороги там значительно хуже.
и колдобины, и ехать в темное время суток там крайне, ну, нежелательно, на мой взгляд, вот так. Так что я предпочитаю поехать через Крымск. Так, Сергей Васильевич, ну вот теперь есть полностью сухопутный маршрут в Крым. Это по мосту, да. И вы по нему проехали и нам показали. Представляю ощущение от проезда по новому мосту. Немного жаль, что мы, ну как звонят и говорят, так и не услышали начальника транспортного цеха. Но это то, что я не смог полностью показать государеву дорогу от Москвы до Крыма. Ну вот, к сожалению, по Черномырдину хотел как лучше, а получилось как всегда. На ночевку остановился, как вы видите, ну, по той простой причине, что негде было просто-напросто припарковаться. Стоянок таких охраняемых платных на трассе нет, поэтому остановился вот на таком закутке, где, ну, скажу откровенно, не спал почти всю ночь, практически всю ночь. Уже ни охраны, никого больше не было. Ночью подъезжали автомобили, освещали. Я не знал о криминогенной обстановке, поэтому практически всю ночь пришлось бодрствовать. Но ночь прошла спокойно, без проблем. Так что все было нормально. Ночью, правда, подходили люди. Я видел, хоть в автомобиле свет был погашен, я не спал и видел, как подходили люди, осматривали автомобиль со всех сторон. Вот это напрягало, вот это внимание напрягало. Но потом на утро уже перед стартом с этими ребятами познакомился. Это строители, они ведут стройку там какого-то коттеджа для какого-то нового олигарха или еще кого-то за забором. Поэтому ребята оказались вполне адекватные из ДНР, ЛНР. У них российский триколор был заклеен флагами Луганской и Донецкой народных республик. Ну, вот как-то вот так вот. Это по ночевке, по привалу. Со мной сухой паек я взял, там стакан вот этот нагреватель для воды. То есть в этом плане я дискомфорта не испытывал. Но ночь прошла, скажем так, под напряжением. Место очень хорошее. Ну, далее после ночевки сделал пару остановок, там, где это было возможно, чтобы заснять панораму. Движение по трассе 67К-1 называется Южнобережное шоссе. Ну, сделал несколько таких небольших видеозарисовок. Посмотрите. Хотя, по идее, можно через каждый километр останавливаться и снимать большие ролики по окружающей природе, по красоте, по ландшафту. То есть вся трасса вдоль побережья, она просто потрясающе красивая.
Ну вот сделал несколько коротких роликов. Ну, немного проехал и вновь остановился, чтобы сделать еще один. Ну что можно показать, снять про Крым? Это невозможно. Сюда нужно приезжать как автотурист, как автопутешественник и вживую своими глазами все на это полюбоваться. С левой стороны море красоты великой, справа скалы, тоже глаз не оторвать. Короче, все в Крым. Недавно передали по СМИ, вчера или позавчера, что... Вот если бы не было видео, можно было здесь остановиться и проехать. Если бы не было видео, ну как вот рассказать, какое море, какие горы, какие скалы? Через 500 метров держитесь левее. Забыл, о чем говорил. Ну, это заправка вблизи поселка Гончарная. С левой стороны находится. Бензин дорогой, но об этом вы уже, наверное, слышали, что цены будут фиксировать. Подняли до небес, вот теперь и зафиксировали. На кого это рассчитано, честно говоря? Если уже под контроль взяли, то опустите цены до февральских, до февральского уровня. Нет, подняли и зафиксировали. Вообще я не понимаю вот в этом плане политику. Так. А дорогой бензин здорово напрягает, тем более в Крыму он уже был. Вот в эту поездку, пока я заправлялся, под 43-44 рубля. Ну, сейчас вообще, наверное, под полтинник. Медленно еду по двум причинам. Во-первых, впервые здесь с дорогой, с трассой не знаком. Во-вторых, заснять это видео. Дорога в Крым занимает гораздо меньше времени, чем вот мое движение. Во-первых, я ориентировался на карты памяти, когда в ограниченное время записывает. Приходится даже засветло останавливаться. Впереди опасный поворот. Ограничение 60. Thank you.
Пользователь логин стерео Варио добавил комментарий. Я бы застрелился от такой поездки. У меня на страничке есть вся поездка за 16 год. Я так и езжу ежегодно. Из Москвы стартую где-то в 16-17 часов. Все Лосевы, Павловские, все Лосевы, Павловские прохожу ночью без пробок. Краснодар ранним утром и в 9:10 утра на пароме, и никаких пробок. Ну, я снимаю видео, поэтому мне ночью ехать, ну, не совсем то, что нужно. Потому что ночью съемка не очень высокого качества, темнота, ничего не видно. Поэтому для меня такой вариант не подходит. Главрыба, Главрыбыч написал. Я бы тоже, он имеет в виду, застрелился. Я 2000 километров в Оленевку за 28 часов доезжал впереди с паромом. А тут ограничение 70. А тут я смотреть уже устал. Главрыбыч, вот на втором аккаунте, если хочешь нервы потрепать себе, вот начну размещать вот эту пробочку пятичасовую, 5-6 серий будет. Кстати, шутки-шутки, уже дошло до высокого руководства, что дано указание Автодору, чтобы навести порядок в этом плане и заранее предупреждать и отправлять автомобили в объезд этого кошмара. Разметки. На самом деле там ограничение такие 60. Такие нервы нужны. Ну вот как-то чудом выдержал. Мы приближаемся к Севастополю. Местами пропадает. Поверните на кольцо, затем сверните на третий съезд. Ну вот с кольца мы попадаем уже пригород, это Севастополя. Легкая покатушка по Севастополю. В Севастополе был ночью прошлой поездки. Но вот сейчас есть возможность посмотреть на дома. Город спокойный, тихий, чистенький. Нет той суеты какой-то, которая присущ большим городам. Севастополь. Город русской славы боевой или морской славы боевой. Разговаривал, общался
с севастопольцами, так они и никогда не считали себя частью другого государства. Они всегда считали себя частью России. Вот немножко проехал. По городу. Вы сами посмотрите на город. Напомню в который раз, те, кто пожелает посмотреть вот эти покатушки по городам, которые проехал в этом маршруте в реальном времени, то на втором аккаунте через несколько дней начну размещать серии по часу примерно каждая. Без ускорения, без комментария. То есть то, что происходит в салоне автомобиля с реальным звуком. Кому интересно, смотрите. Ну а главрыбыч. Вот, стреляться не надо. Будет интересно, просто заскочи одним глазом, посмотри. Но я думаю, если кто начнет смотреть вот эти серии стояния в пробках, интересен будет аудио сопровождение, то есть эфир 15-го канала, где ребята за словом в карман не лезут, слова не подбирают, а рубят с плеча. Поэтому предупреждаю, предупреждение будет 18 плюс. Наладить или отключить по аудио. карте можете посмотреть. Я немного не доехал. Там несколько буквально, может быть, около километра до бухты. Но опять-таки я не знаю, есть там смотровые площадки или нет. Ну и время, откровенно говоря, меня поджимало. Вот в таком направлении двигаться вперед примерно. Ну, залив уже с правой стороны, через метров 100, наверное, за заборами там. Не зная города, вот что заснял, то заснял. Остановился впереди лежачий полицейский. перестроить Ограничение 20. перестроить маршрут на Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. На Симферополь. Кстати, улетал из Симферополя на самолете снова 400 метров, держитесь правее. Затем держитесь правее. с нового аэропорта. Вот, шикарный аэропорт, современный. Приехал в аэропорт, и буквально через час я уже был в самолете и летел назад в Москву. Перестроил смартфон. Но уже я двигался не по Яндекс картам, двигался по MapMe приложение. Ну, теперь попетляв по городу, тут будут резкие повороты на 90 градусов,
и на 180. Выйду на прямой маршрут в сторону Симферополя. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Прошу не пинать больно за комментарий, за аудиосопровождение. Это, как помните, раньше в ресторанах и в кинотеатрах писали: не стреляйте в пианиста, играет как может. Вот у меня примерно так. С левой стороны иногда будет виден залив. К сожалению, машину, автомобиль негде было припарковать, чтобы снять на видео регистратор. Впереди камера. Ограничение 60. Вслед за этим видео начну размещать на этом аккаунте «Россия из окна поезда», Красноярск, Москва. Новых маршрутов пока нет. И не знаю, будет что-нибудь или нет в ближайшее время. Конечно, было бы интересно проехать до Мурманска, до Магадана, до Владивостока и назад. Но мечты есть мечты. Держитесь левее, затем поверните на кольцо. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Ну, датакам... 400 метров, держитесь левее. Датакам уверенно подсказывает. То есть база данных Севастополя, Симферополя в датакаме на уровне. Жалко, что я слишком поздно узнал об этом видеорегистраторе. Конечно, это тоже не верх совершенства. Много есть претензий такого частного характера, частного порядка. Мне, например, нужен... Ну, много что еще нужно вот в приборе при поездках на дальние расстояния. Ну вот, немного попетляв по городу, типа серпантина, впереди опасный поворот. Выхожу на улицу 40. Абрикосовая, красивое название. Улица Абрикосовая переходит в улицу генерала Жидилова, и на этом серия заканчивается. Осталось совсем немного. Осторожно, дети. Ограничение 40. Повторю, что многие накладки и прочее, там ляпы или как их еще сказать, недостатки связаны с тем, что старался как можно быстрее разместить, потому что начинается сезон отпусков и людям
Интересно будет посмотреть маршрут. Их комментарии мои не интересуют. Впереди опасный поворот. Ограничение 30. А реальный комментарий, реальное аудиосопровождение – это ищите на втором аккаунте. На этом заканчиваю комментировать. Следующая серия будет коротенькой. Но это заключительная серия маршрута Москва-Крым по берегу моря. С заездом в некоторые города.